Вот мы на временном перерыве. Надежда Васильевна нам принесла блинчики. Свежеиспеченные утром. Мы сейчас все. Даже я оператор и то ем. О, какие блинчики у нас вкусные. Ты в тот момент, когда это... Кто не работает, тот не ест. Да, аминь. Как Заленочка. Во-во. Вот такой вот. Мама. Это метод бесконтактного поглощения пищи. Как интересно, да? А там что? С творогом? С творогом берем. Вкусные. Вкусно. Ну как работаем, так и едим. Да, вы вообще наша. Вы так работаете. Спасибо, Христос. Заботится она. Надежда Васильевна. Да, спасибо. Это вот эту площадку все засадили уже. Где? Вот это все засадили. Вот где вы видите? Нету тут ничего еще. Нет, а вон где трава-то, все засажено. Нет, конечно. Вот терраса. Вон засажено где, вон. Ну так, а я думаю, вот это все засажено. Не. А, вот это только сейчас, да? А где темно? Это много, ну много. А я думаю, вы в том доме, туда пришла, нет, туда пришла, нет. Думаю, а в каком? Значит, они здесь. Конечно. А там-то что садить? Тут... Ну так я же могла бы в 7 часов сюда идти сразу. Я в 7 часов. На... Как раз вовремя. Нас сейчас... Наша сестра и Людмила сейчас еще Ничук угостила. Да. Своим произведением, которое еще никто не ел никогда в жизни. Мы тут Андрея уговаривали покушать сходить, а он ни в какую не соглашался. И тут Господь нам посылает Люду Ничук. Да. Она его покормила. А следующая Надежда Васильевна. Он вас послал. И он вас послал вовремя, потому что мы сначала переварили то, что Люда принесла. Ай, молодец. А теперь блинчик. Там, ну, что-то, да, что-то творожное. Сырник? Да, наверное. Творожник. Там творог, яйца. Что там еще она говорила-то? Это пицца же там. Ну, в виде пиццы, только самое не пицца. Самое главное, мы соблюдаем Игнатия Тихоновича постановление не наклоняться к пище. Да. Подносим к себе. А это как раз постановление не Игнатия Тихоновича. А чего? А и Слово Божие. Конечно. Постановление в лагере, я не вижу. Боже, вот это бросать не надо. А? Вот это Василий Великий сказал. Что бросать не надо? На воз-то? Конечно, надо. Как не надо-то? На Володю. Вы что, тут никогда не удобряется ничего, а? Василий Великий сказал, что только скотина наклоняется к пище. А, ну Василий Великий, да, говорил. А человек подносит к себе. Ну ладно. Все, слава Богу. Немножко перекусили сейчас. Продолжим дальше. Ага. Погодка хорошая, Господь нам дает. Помощников прислал тоже Господь. За все.